Генеральный спонсор прогноза погоды – торговая марка «Помпа». Пальто «Помпа» – стиль, мода и высокие технологии. Будем смотреть глубже? Да не вопрос. В пальто «Помпа» комфортно в любой ситуации. В воскресенье в Самарской области малооблачно, местами пройдет небольшой дождь, днем плюс 16, плюс 18 градусов, ночью 11-13 выше 0. Ветер восточный, северо-восточный, скорость 4-6 метров в секунду. В Сызрани облака, осадки в виде дождя, днем плюс 16, ночью 12 выше 0. Северо-восточный ветер 5 метров в секунду. В Тольятти пасмурное небо, температура воздуха днем плюс 16, ночью 13 с плюсом, ветер восточный 5 метров в секунду. В Самаре облачно и без осадков, днем плюс 16 градусов, ночью 12 выше 0, ветер восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 61%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Не дышит нос? Ответ один. Иди в амбулаторный центр номер один. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.